Привет всем, с вами Ветеран ДКД. И мы, судя по всему, выбрались в какой-то город. Ну, я так думаю. По крайней мере, предыдущий уровень был музей. А, ну да, я как раз здесь немного видел летсплей Лейнос, я вспомнил. По вот этим. Ну, во-первых, я скажу, я там немного подсмотрел. И во-вторых, я уже не помню, что там было. Ну, примерно только помню. Так, хорошо. Мы еще не выбрались из музея, это только его выход. Притом черный выход. Или черный вход. Так. Не пробивается, да? Это, наверное, обратно в музей, но я туда как-то не хочу. Да, музей немного такой же разгромленный. Блин, я не помню, как отсюда выбраться. Я думал, я отсюда пришел. Наверное, я все-таки отсюда пришел. Понятно. Так. Музей пока продолжается. А, да, вот здесь я помню. Там где очко. Такая вот... Ой! Это я забыл немного. На. Извини, барон. У меня закончились патроны. Можно вернуться уже. Ну, такая нелинейность. Шутку. Хорошо, пока, в принципе, ничего особого. Фу, я немного не такой уж и бодрый. Скажу, потому у меня реакция немного сейчас притуплено. Ну ладно, я думаю, в процессе это как-то само собой навернется. Насколько я знаю, этот уровень повторяет как бы, ну не повторяет, а как бы от Лейноса карты Дексиламун берет немного свое. И честно говоря, мне вот такой подход больше нравится, чем обычный, открытый, как любит Shadowman в своем старых стилях. Так, интересно. Я не сразу допер, что это нужно таким вот способом пробраться. Вот это мне нравится, в чью-то квартиру так пробраться. Мышей. Выжил. Хедшот. Телевизор. Лейнесу не очень нравится то, что можно лазить по квартирам. Ну, а мне прикалывается. 10 секретов. Единственное, что, наверное, надо было бы сделать. Ух ты! Это непростая вентиляция. Неожиданно. Единственное, что лазить, наверное, надо было бы сделать что-то не обязательно. Так, секундочку, может. Что такое? Ладно. Секрет. Ну, да. Ага, и таким образом мы пробираемся на кухню. Забавно. Правда, такая вентиляция для кухни. Жирновато. Ну, какая разница, главное. Главное, интересно. Правда, непонятно, почему выключ... Ой, сейчас, секундочку. Воу-воу-воу. Почему выключатели открывают двери?
не совсем понятно. Я помню, в старых водах Shadowman'а выключатели включали-выключали свет. Блин, я... Ну я же говорю, я в этой серии буду ужасно тупить. Просто невероятно, с какой скоростью сравнительно со старыми. Я просто немного уже ночью начал снимать, потому что друзья были и все такое. Я думаю, это вам не интересно. Вот, но прикол в том, что я немного устал и... Вот так вот. Такие вот пироги. Не та реакция. Но я постараюсь. Птичечка. А это, наверное, зомбарь с окровавленной рукой. Хорошо. Хотя не сказали бы, что здесь выключатель открывает двери. Вот это, к примеру. Вообще шкаф открыл. Хорошо. Блин, ну уровень я серьезно полностью не помню. Помню просто, что Лейнас где-то там бегал. Среди кустов. Да и то. Интересно, где осколки. Прикольно, конечно. Ох, здесь похоже была борьба сначала. И муж повесил свою жену. Вот такое вот расследование. Так, что там было? Заначка? Нет, показалось. Так, таким образом мы выбрались на стояночку. Хорошо. Ах, блин, ну. Туплю, туплю. Подожди, у меня, по-моему, пулемета, да. Пулемета слишком много. Буду драть его. Так, а это что? Понял. Секрет. Секреты хорошо. По подъездикам. Мне интересно, насколько этот уровень линейный. Ну, судя по всему, поначалу он уже изначально не линейный, потому что я с самого начала сбился с курса, то есть поплыл по своей пути, по своему пути, и пришел совсем в другую сторону. Ну интересно, мне нравится походить по домам, полазить. Это довольно. Что-то открыл. Воу! Здесь можно даже выпрыгнуть. Небольшая стояночка такая. И дорога. Куда дорога ведет? По идее, должна на выход. С этого внутреннего двора. Ладно. Ой, что-то так темно стало. А, это такой подъезд. Окей. А это что? Смотрите, телевизор. Плоский. А, вот и выезд. А, ну да, да. То есть, могу сказать, сразу нелинейность присутствует во всей своей красе. Блин. Неожиданно. Забыл. Так, ну теперь мне нужно будет по кустам лазить. Хорошо, кусты не пробиваются, это главное. Я помню, играл в уровень Дети кукурузы. Ох, там мне было не сладко.
Это по сравнению... Так, понял. Это по сравнению с тем уровнем просто... детский. Но здесь главное не сложность, как по мне. Хотя она здесь присутствует. Да что ты? А! Профукал. Как-то я... Рассеянный. Дверь заросла, нормально. То ли растения быстро растут, то ли помещение покинутое. В общем, давно сюда не заглядывали. Видно, заброшенное здание. Наверное, там и зомби какой-то живет. Ну, смотря когда эта беда произошла. Сколько лет назад? Ага. Блин. Все равно медленный. Ну ладно. Не будем обращать на это внимание. Один глаз закроем. Уф. Да что ты? Блин. Уф. Нормально. Успел. Могло быть гораздо хуже. Что насчет травы? Скажем так, трава мне именно что вот такими вот ромбами растет. Она просто низкая, плохо что заметно. Если бы она была чуть повыше, скажем, хотя бы где-то вот такая, ну вот, это скрыло бы какую-то часть и было бы не так видно. Но есть и плюс. Плюс в том, что, на мой взгляд, лучше, чем просто лысая вот такая вот поверхность. Потому, как говорится, трава хорошо, но недостаточно хорошо. О, какая делегация. А, ну, наверное, сзади появились. Так, хорошо. Включим скорость, наконец-то. А знаете, на что это похоже? Это тоже переделанный уровень. Я помню, я здесь был. Это, по-моему, какой там, третий уровень из Hellfire Reborn. Только там было немного попроще с кустами. Здесь такой целый лабиринт сделанный. Во-вторых, здесь немного еще переделано в плане построек, кнопок. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Блин, ну надо же, попал все-таки. Было бы не так... не такой рассеянный. Допустим, играл бы в другой день. Хотя бы как в прошлый раз. Я бы прошел его гораздо лучше. Ну да ладно. Так, что у нас есть? Птички. Наконец-то я вышел на дорожку. Хотя, в принципе, это было совсем не проблематично. Что у нас здесь? Это секрет. Воу! Понемногу наберем шотгана. Но сам по себе парк вполне отлично смотрится.
Лабиринты не запутанные, то есть, ну, нормально. Я бы удивился, если бы они были запутанные. Так, а это домик кто-то уже посещал. Блин, а как туда попасть? Но город все-таки перестроен. Здесь было немного не так. А здесь был тупик, насколько я помню. И... Ого. И там не было таких перепадов. Так. Отлично. Выглядит вполне-таки интересно. Все, этого уже вообще не видел. Ух. Ух-ух-ух-ух-ух. Хорошо. Есть дом. Я думаю, туда попадем как-то. Было бы прикольно, если бы туда можно было попасть еще каким-то косвенным путем. Ну, скажем, один через главный, второй через окно там какое-то. Или задний вход. Ну, через окно прикольно. Так, хорошо. Пулеметчиков не так много. Ну, точнее, фактически их нету. И это хорошо. Hellfire мне это, помню, доставало. Так, посмотрим, что это за бортик такой. Такие обычно пути приводят на старт. Так, ладно, посмотрим, что здесь за парковочкой. А, здесь тоже выход. Отлично, отлично, не ленилось. Могу сказать, теперь шестая карта — это не единственная, которая представлена нелинейностью. Наконец-то есть еще одна карта, с которой можно смело говорить, что она нелинейна. Так, куда я хотел пойти? Сюда или... Нет. Так, это... Ага, сюда нужен желтый ключ. Не сразу заметил. За лампами просто. Понятно. Выйдем здесь. Имп. Я его, наверное, откуда-то сбил. А может, даже и не я. Гаражики. Воу. Нормальный уровень. Правда, вот здесь выглядит совсем немного пустынно. Как бы хотя бы столбы поставить. Мусорные баки какие-то. Но бордюрчик, по крайней мере, есть. Сносный. Смотрим. Вот так с ними надо расправляться. Так, хорошо. Давай сначала перебьем всех наших врагов. Выход. Сразу на выход пойти. А что это такое? Почему здесь выход? Ух ты, море. Не знаю, почему именно здесь выход, я бы вышел, не знаю. Правильнее было бы, наверное, здесь какой-то грузовик. Так, секундочку, здесь что-то есть. Это не просто грузовик. Можно его полутать. Понятно. Крайней было найти какую-то машину или, не знаю, в конце концов, там на лодку какую-то сесть. И спилить отсюда нафиг, с этого города подальше. Ну, у меня была бы такая цель, наверное. Что здесь делать, это... Разве что добыть какую-то хавку.
немного лысовато. Можно было бы еще сделать побережье. Не, ну так в принципе тоже ничего. Ну чего-то еще не хватает. Может там какой-то маленького бордюрчика вот здесь. Как для пешеходов. Что-то вот такое. Немного лысовато кажется. Вроде бы и да, вроде бы, хочется сказать, верю, в то же время вот чего-то не хватает. И дома немного простоваты. Хотя да, вот сделаны, но может какие-то здесь хотя бы новый лаг там. Ну то есть... О, нормально. Не успел подумать, уже убил. Всегда бы так. В общем, не хватает, как ни странно, детализации здесь. Тем не менее, город мне больше нравится, чем обычно. Закрыто. Город, кстати, не наш. А жаль. Так, а здесь что произошло? Дорогу разбило. Вдрыщ. Это как лестница. Я же думал полезть. В принципе, прикольно то, что текстурки, во всяком случае, разные, меняются. То есть дома такие, там такие. Ну и более подходящие. Мне, допустим, стандартные думовские не очень городские. Ну, мне вообще город Дума Второго вообще не нравился. Как-то он даже не похож на город. А это уже... Как ни крути, гораздо лучше. Единственное, что... В чем у Лейноса преимущество... В том, что... Не, ну здесь более-менее, в принципе... Не, пока не буду спорить. Я мало увидел. Свезло. Так. Но скажу, вот этот уровень самый интересный именно для в плане исследования. Мне очень нравится. Люблю такие уровня, но у Лейноса, к сожалению, такие уровни закончились. Я все переиграл. Здесь что, думаю, он мне подарил? Вторую возможность. В какую-то многоэтажку добрались. И все же, что это у нас за выход там был? Не госпиталь часом? Так, в чьей-то квартирке. Так, мигает. Подозрительно. Шкафчик. Да. Воу. Тихо-тихо. Хорошо. Воу-воу-воу. Вот что мне нравится уже дома, то что вот можно войти в квартиру и ее пошмонать. Не знаю, почему Лейнос это не прикалывает, не прикалывает. Это, я бы сказал, преимущество Шадоумена над картами Лейноса. То, что, во-первых, квартиры здесь более правдоподобные, ну и детализированные. У Лейноса они совсем не детализированы были. Не, порой не понимаешь, куда ты вообще пришел, или в гараж какой-то, или это уже чей-то дом. Вот, а здесь видно телевизор, там шкафы, коврики, то есть, ну,
Квартира, в общем. Аптечку можно было, конечно, оставить. Тем более здесь даже есть подъезды более-менее нормальные. У Лейноса тоже подобное было, но как-то не до конца вот не дошел. Но есть у Лейноса и преимущества, но пока я не уверен. Шадоумена вроде бы в этом плане тоже уже неплохо получается. Потому не буду спешить об этом говорить. Так, я бы хотел туда попасть, там патроны. А, патронов мне хватает. Но попасть все равно на стояночка. Ой, текстуры было бы, кстати, замазать хотя бы. Хоть одни сделать нормальные ворота. Так все поголовно разрисованные. Как фирменные. Хорошо. Что с этими воротом? Видать, они... возможно, откроются, может, вниз откроются. Кто его знает? Такая стрелочка. Непонятно. Но, я думаю, с намеком. Ракеты. Соберем все. Погоди, здесь были ж патроны. Или не здесь? Или я чего-то путаю? Текстурки, правда, бывают тоже невыровненные. Ну, это такое. Я кажется, понял. Да. Ага, здесь даже вот такая вот хитрость. Какой-то необычный столб. Хорошо. Проснемся. Успел. Секрет, отлично. Так, здесь у нас аптечка. А, вот оно что. Хорошо, я думаю, в будущем я сюда еще обязательно... Отлично, лоу-соул как мяч. Попал четко в сети. А, на этот. Понятно. Ну, в принципе, правильно было. Как-то глупо. Так, ну теперь мне нужна действительно аптечка. Так что придется еще раз. Блин, кто-то еще бродит. Секреты здесь интересные, могу сказать. Именно в том, что этот секрет можно догадаться. То есть не просто тыкнуться в правильную сторону. Так, хорошо. Здесь тоже немного плюшек. Пойдем пособираем. Оба-на. Шотганчик. Угу. Надеюсь, вам не очень скучно смотреть, как я прохожу. Хотя, я думаю... В общем, кому не нравится тут, я думаю, смотреть дальше не будет, потому что я здесь... именно исследование. Я, наверное, здесь немного зависну. Обожаю такие уровня, потому что, на мой взгляд, такие уровня... Это редкость.
Комар, блин. И здесь поросло. Ну, видно. Давно здесь не были. Еще аптечки. Закрыто. А, ну все, я помню. Ладно, по мелочам не буду ходить, потому что патроны у меня... Так, есть. Аптечки есть. Посмотрим. Интересно, это фоновый город? Да, это похоже Нью-Йорк, я понял. Хотя... Не, в Нью-Йорке дома-то повыше. Будут. Может, не Нью-Йорк. Здесь я был, да? Ракеты. Вот это больше похоже на секрет. Стоп, я думаю, туда можно будет спрыгнуть как-то с окна. Да-да-да. Ух, я перепугался. Есть. Хорошо. Вот что-то вроде так... Ай-яй-яй. Здесь ничего там не пропустил особо. А, ну это не секрет, конечно, но... Во всяком случае, в любом случае, это интересно. Так, подожди, мне кажется, бортик там тоже неспроста. Именно вот так вот поисследовать, полазить. По-моему, это очень круто. Нет. Здесь никак. Это, правда, не секрет был. Вполне нормальное явление. Еще, я думаю, можно было и за секрет. Хотя, в принципе, возможно, да. Хорошо. Что за подъезд? На этом дорога заканчивается. Прямо в гаражи. Такая прямая дорога. Выглядит довольно забавно. Отличный город. Он оказался гораздо больше, чем я представлял. Чем я мог подумать. Я думал, он на уровне такого... Что-то подобное третьего уровня Hellfire Reborn. То ли третий, то ли четвертый. По-моему, третий там был уровень. Или пятый. Ой, я уже не помню. Синий ключ. Интересно. Так, это можно только отсюда достать. Что за квартирка? Ладно, я думаю, с этой стороны посмотрим. Синий ключ. Это полезно. Ладно. Что в машине? Ах ты! Попал. Хм. Да уж, покосали меня. Вот здесь улицы, правда, немного пустынные. Мне кажется, деревьев здесь страшно не хватает. Или чего-нибудь еще, ну не знаю, там рекламы. Как же реклама, там вывески всякие, провода вот эти. Вот этого вот не хватает, я.
Тем более, ж, ну, есть возможность там 3D-полами делать же ж мосты. Вот эти как полосочками идут. Было бы прикольно. Именно вот этого бы хотелось увидеть от кого-то более-менее более приближенный город. Что такое? Понятно. Так, ну я похоже намотал уже целый круг. Четко намотал кольцо. Нет, не четко. Есть еще куда стремиться. И здесь закрыто, ну. Пока да. Я думаю, не надолго. Здесь чисто так патроны пособирать. Ах ты! Не. Фух. Главное изначально правильно убить. Блин, они неожиданно появляются. То есть вот так вот осторожно. А еще комары грызут. Дополнительная сложность как бы. Главное, чтобы сзади не появились. Патрона вроде бы как хватает. Ага. Не зря я шел. Так, сделаем запись. Зарыли, похоже. Тоже одного из героев. И с ним был череп. То ли он хотел зарыть череп. Но больше похоже на могилу. Я думаю, если бы взорвал череп, он бы вырыл небольшую яму. А так, похоже, это ему вырыли. Фух. Нормально. Так, здесь есть еще проход. В общем, это пока что первое место, которое мы шли точно не зря. И чего-то добились. Пила. Скажу. Чисто для галочек. Посмотреть, что будет. Понятно. Ну, в принципе, нормально, нормально. Если играть с пистолетом, тем более, пила довольно интересно отбивается. Ну как? Скорее всего, стандартно. Но логично, во всяком случае. Так, сюда по-прежнему можем зайти. Что же, будем искать дальше? Освещение динамическое, кстати, почему-то выключилось, я не знаю. Хотя оно у меня включено. Я проверял. А, ну, свеже же горит. Так, это что за административное такое издание? Нет. Похоже, что-то открывает. Так, это... Exit. Дом на побережье. Какой-то пропуск. Да, какое-то коммерческое здание. Судя по всему. И очень важное, раз там выход. Во всяком случае, там что-то есть. Интересное нам. Нашему главному герою. Так.
что у нас здесь? Сюда нужен синий ключ, верно? О! Зачем так пугать? Ага. Этот магазин я помню. В этом смысле, что я не очень парился, так как магазин просто скопирован. На мой взгляд, это не очень интересно, когда копируют, но для магазина, в принципе, это, наверное, нормально. Хотя можно было бы хотя бы что-то изменить. Так. Хотя вот флажки. Ой, блин. Тихо. Хорошо, магазин. Пошмонать. Мы любим здесь. Бухло, все в себе в рюкзак. Для выживания все сгодится. Так, а почему зайти не могу? Наверное, нужно было с другой стороны. А это уже интересно по-своему, конечно. Есть ячейки для хранения, все как положено. Правда, вход, я думаю, не через кассу должен быть, а отдельный, по логике. Ну а так, в принципе, вполне реалистичный такой небольшой супермаркет. Окей, что у нас еще есть? Закрыто. Ну это хрен откроется, потому что оно заросло. Эту аптечку уже можно забрать. Хорошо, мне было бы еще туда интересно попасть. Но туда попасть можно только через какие-то внутренние ходы. Допустим, вот здесь. Открыть. Кстати, аптечка есть. Опять же. О! Стоп. Я понял, та дверь открывает. Хорошо. Значит, мы, в принципе, на правильном пути стоим. Ну, вот. Подвал. Нет, в подвал я пойду в последнюю очередь. И правильно сделал, потому что меня бы мучило, что же там наверху. Пойдем через подвальчик. Даже задом стоит. Что? А! Сантехников перебил немного. Хорошо. Это, наверное, открыл. Вот здесь. Дверь. Тоже знакомая вот эта локация. Где-то уже было такое. Вот иду я по локациям Shadowman, ну, в смысле, по этому городу, я четко помню отрывки из уровня. Ого. Да уж. Блин, не хочу близко подходить. Магазин. И снова.
Выключен свет. Секундочку. Счет оплатил? Или что я сделал? Блин, темнотища. В общем, надо в любом случае идти, включать свет. Нет? Хорошо, немного. А этот бок такой... непростой. Зарядился нормально. Хорошо. Ага. Я понял. Аптечку не буду брать. Я думаю, она будет полезней в таком виде. Можно даже сейчас пригодиться еще. Знать бы, что еще... А, я подозреваю. Либо эту... Нет. Либо вот эту дверь. Склад. Небольшой такой складик. Не, нормально. Как небольшой. Для магазина вполне нормально. Годен. Слава богу, прямо и тормознул, то есть сегодня меня еще не убили. Это удивительно. Так. Это я понял. Последние мои слова. Ой-ой-ой. Это так было риско, я чуть не ответил за свои слова. По полной. Пойду я за птичкой. Как бы меня никто по пути не встретил. Вот это да. Так тупо я... Ой. Телепорт. Пойду туда только в последний момент. А, ну я понял. Еще одна птичка. Слава богу. Что за компьютер? Вот не хватает... Не, это не тот уровень. Если бы Shadowman сделал более... подошел профессионально к этому уровню, можно было бы сделать даже какие-то надписи, как в Чегоше, допустим. Нажимаешь на компьютер, там будет написано. Скажем, на втором там складе... открылась дверь там, ну, что-то такое. Это я так. К примеру. Это было бы... интересно по-своему. Точнее, более прибавило интереса. Ого! Да, то, что я плазму выбрал. Это было самое правильное. Ай-яй-яй-яй! Грёбаный Ревенант. Где я появился? Не в музее, честно.
Я еще и правильную дверь сразу выбрал. Нет, знаете, я пойду сюда, потому что здесь как-то светлее, что ли. Оу. Правда, то, что она лучше, я бы не сказал. Желтый ключ. Желтый ключ у меня есть. Ну, череп, я не знаю, подойдет. Нет, надо именно ключ. Хорошо. Запишусь, пожалуй. Я хоть и не умер, но как бы не хотелось бы. Тьфу. А, вот и желтый ключ. Ожидаемо. Хорошо. Немного. Немного восстановились. Так, что-то у меня по времени. Так, ну давайте еще 15 минут. Я уже, в принципе, долго лажу. Но это интересно. Такие уровня мне нравятся. Это, наверное, второй уровень, который у меня здесь. Ой-ой-ой-ой-ой. Как же это печально. Тихо. Жду. Никуда не выйду. Ой-ой-ой, как плохо. Хорошо, что хоть какая-то аптечка. Но даже не факт, что здесь меня еще не убьют. Вот дверь открылась. Сейчас такая вакханалия будет. Даже не знаю, что взять. Всего-то? Зря потратился даже. Ой-ой. Не люблю я такие моменты. Это даже еще интереснее, чем телепорт. Не, нормально. А, я... Да вы... Метро, мать твою. Да пошли вон. Блин, надо... А, сферу надо поднять. Оу-оу-оу-оу. Ну вот. Моя первая смерть. Надо было сразу с этого начинать. Ай-яй-яй-яй. Хорошо. Проскакиваем, проскакиваем. Блин. Ай-яй-яй. Сколько у меня жизней? Да уж. Блин, я видел, но... О-о-о. Давай, 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 давай. Валим. Блин, да... Уф.
кстати, могу отметить метро опять же. Это, по-моему, какой там уровень 4 из Hellfire Reborn. Скажу, что это не лучший подход Shadowman, а с другой стороны он собрал в мегаватт, в общем, уровень. Ну, давайте на этом закончим. Я так понял, это будет долго и счастливо. Но я пока уставший, я как бы в этом плане пока ничего не очень интересно бегать и стреляться сейчас с кибердемоном. Я сейчас более-менее такой медленный, это такое походить, поисследовать. Такое, да. Так что лучше, когда немного отдохну, адаптируюсь к этому, в общем, возьмусь за это дело. Что могу сказать, пока уровень мне очень нравится и довольно на хорошем уровне сделано, достойно таки, скажем, может соперничать с уровнем Лейноса, хотя у Лейноса уровень выглядит более таким детализированным, скрытым, то есть здесь все-таки пустынно очень. Много пустого пространства замечается. Как будто город на каком-то разрабатывается еще в сыром этапе. Но зато квартиры, вот это плюс Hellfire, то что есть квартиры, тем более более-менее, как бы сказать, более человечны. У Лейноса не так сделано, у Лейноса слишком просто. Там даже порой трудно догадаться, что это квартиры, не сразу догадайся. Но все-таки нужно еще поработать, вот именно над тем более как бы вот эту пустоту вскрыть. Может покороче дороги делать, там не слишком длинные. Там одну можно длинную, там многие покороче. Побольше поворотов, меньше перекрестков. То есть, ну сейчас он уже более запутанный, чем обычные города, но я думаю, можно будет еще немного усложнить это дело. У Лейнес опять же с этим более-менее лучше. Хотя он выглядит, по-моему, даже немного меньше. За счет того, что дороги, дорог у Лейноса меньше, ну то есть как-то поделено напополам города. Так, ну собственно, что еще хотел сказать. Отличный уровень сделан исследовательски, это вполне хорошо. Единственное, что еще не очень мне нравится, как бы и хорошо в том, что есть вот такие вот красивые парки. Ну там где бутылочки валяются, всякое такое. Но плохо в том, что они, большинство из этих вот парков выглядят, ну не парки, а как бы там где-то эти газончики, деревья. То есть небольшой такой усадьба. Вот она выглядит, они выглядят довольно-таки одинаково. И как будто копируют друг друга. Вот, надо было бы немного, что ли, тоже какое-то внести разнообразие. Есть разные, а есть вот такие вот одинаковые прям. Я порой даже путаюсь, где я нахожусь. Так, ну, собственно. Ну, музыка. Нормально. Есть нелинейность. В целом, ну что, еще дома, еще по детализированию сделать. Вот. Я думаю, Shadowman может и лучше насчет этого. Было бы прекраснее, конечно, если бы это было делалось под гздумовский движок, а не под обычный. Или бумовский. В общем, вот так вот. В общем, будем на этом прощаться. До скорых встреч. Пока-пока.